первый порядковый стартовый номер у представляющей Краснодарский край Анастасии Быковой. Александр Карелов на ваших экранах, там же и Анастасия Быкова. Анастасия Быкова, Краснодарский край. Так интересно наблюдать за тем, как слушают спортсменки своих тренеров, своих наставников. В данной ситуации подобное определение абсолютно оправдано. Ну и давайте узнаем, что же за музыкальное произведение. Узнали, прочитали. Я вот не знаком. Знакомлюсь. Анастасия Быкова на льду. Вот так бывает, да, при подаче музыкальной справки. Вроде бы произведение, особенно его название, автор кажется совершенно неизвестными, а включается музыка, и ты понимаешь, что это музыка к фильму «Пятый элемент». Очень приятное впечатление оставила Анастасия Быкова. Фактически не было ни единого момента, к которому можно придраться. Да, возможно, не самый серьезный технический прыжковый набор, но так и девочка пока еще только начинает свой путь, который, надеюсь, окажется очень большим в фигурном катании. Все было просто здорово исполнено этой фигуристкой. Очень тепло, так по-отечески обнимает ее Александр Карелов, понимая, что спортсменка, которой выпало открывать эти соревнования, и которая, разумеется, крайне волновалась перед выступлением, справилась со своей программой как минимум на 4 с плюсом. А так-то уверенную пятерку можно поставить по школьной программе Насти Быковой и тройной Ридбергер, и обязательный для девушек, обязательный двойной аксель, и каскад во второй половине программы, пусть только из тройного и двойного тулупов, были исполнены на очень высоком уровне, на очень высокой скорости, что немаловажно. Прекрасными были вращения. Ну, вообще, я говорю, придраться-то при желании можно к чему угодно, даже к прокатам олимпийских чемпионов, но зачем это делать, потому что все, что было исполнено
вот в этой программе Насти Быковой было исполнено на высоком уровне и на очень приятном глазу визуальном восприятии. Набирает 47,32. Да, оценки, может быть, пока не предельные, не очень высокая оценка из-за компоненты программы.